Привет, девчоночки, как у вас дела? Заказала суши здесь у нас в Анкаре. Ну, я думаю, продегустируем. А, такие вот мне отправили палочки, но я никогда не ем их палочками. У меня есть свои такие палочки. Вот, корейские. Здесь у нас совсем маленько капусточки и ихний соус. Я думаю, вот ихний соус, наверное, сейчас я буду секундочку, да, перелью. Ну вот, перелила вот в такую посудку, чтобы было удобно. И также, наверное, васаби. Я люблю, когда он перемешан. Ну, так его как-то проще, да, употреблять. Он же такой термоядерный. Вот. Покушаем вместе с вами, девочки, суши. Присоединяйтесь. Кто кушает, приятного аппетита. Здесь у нас я заказала Калифорния, Филадельфия и Рафаэла. Вот. Ну, попробуем. Я суши не ела, ну, наверное, больше года. Ну, я еще тот, конечно, сушист был когда-то. Вкусно. Первый раз у девочки заказала. Вкусно. Açıçılarım, merhabalar. Bugün suşi sipariş verdim. Burada bir kız yapıyormuş Ankara'da. Güzel. Ellerine sağlık. Güzel yapıyormuş. Мне понравилось. Маленечко рис мягенький, ничего. Ну, вкусно.
ледяная кола. Ой, раньше, девчонки, для меня суши это вообще было что-то. У меня была обязаловка поесть его обязательно. Ну, как в неделю раз с обязаловка. Раньше очень много ела суши. И по порциям были такие большие порции, съедала за раз. А сейчас уже видали. Вот она. Вот он, Советский Союз, куда идет. Super. Çok güzel yapmış. Надо было 2 порции заказать. Подмерзла. Попьем горячий чай с Машиной кружки. Ой, какая прелесть. Ой, как вкусно. Черный чай. Что-то. Ну, как-то уже наедаемся, скажем так. Как мне девчоночка одна написала, как такое маленькое, или когда она написала, вы такая маленькая, как вам столько влезает, что ли, что-то наподобие этого. Ну, в общем, так написала, хорошо. Мне так смешно было. Ну, я бы не сказала, что я маленькая, 59 килограмм.
Рост у меня 1,65 м. Ну вот как-то влезает. Ай, ужас. Иногда так влезает, вы знаете, я сама поражаюсь. Но это было, конечно, когда-то, да. Но сейчас я ем довольно-таки меньше. Намного. Извините, я с этой салфеткой. У меня зимний период, вы знаете, вот такой проходит, если честно. Мне категорически запрещено мерзнуть. Просто. Я неправильно делала. Я летом уезжала в жаркий город, в Анталию, в Аланию. Там работала. Ну, потому что сезон туристический начинается. А зимой приезжаю сюда. Здесь и так прохладно зимой. Я подумала, подумала, думаю, надо сделать наоборот, наверное. В зимний период туда уезжать, потому что там тепло. Ой. А летом можем приезжать сюда. Потому что летом там просто невозможно, девчонки, невозможно вот реально дышать. Вот дышишь, и воздух горячий вот этот в тебя заходит, и так жарко. Но, слава богу, я... Ну как, ну никак... Ну не слава богу, конечно, я вообще не потею. У меня этого нету, извините, конечно, но у меня такого нету. Мой организм. Хоть я буду в сауне сидеть 2 часа, у меня такого вообще нет. Вот. И там такая жара, ну, когда хочется побеседовать, да, не только покушать, если честно. Вот. Кому не нравится, пожалуйста, не смотрите. Вот, скажут, а то кушает и беседует. Когда я ем, я глух и нем. Это нас учили в Советском Союзе еще в столовой, да, когда мы ходили в советские столовые. Ну, как-то сейчас уже не то время. Там жара невыносимая, девчонки. Просто невыносимо. Утром, пока я до работы доходила, мне плохо становилось, я присаживалась от жары. Так вкусно перекусила. Ой, пусть Всевышний поможет всем голодающим. Пусть у всех будет все хорошо. Будет что покушать. Вот. Так хочется помочь всем-всем-всем. Ну, конечно, такой большой возможности у меня нету. Но иногда, когда смотришь, так жалко. Так жалко всех этих людей, которые вот прям... У меня прям внутри, знаете, вот как будто вот что-то там, не знаю, вот так крутится. Вот такое бывает ощущение. Ну, все по воле Всевышнего. Девчоночки, я наелась. Было вкусно. Девочка делает, старается. Угу. Молодец, вкусно. Рис маленечко мягковат, но вкусно, очень. Для желудка это даже хорошо, наверное. А вот, спасибо вам за просмотр. Я просто решила поесть, думаю, ну поем вместе с вами. Вот. А так, кто в Анкаре, заказывайте. Делает на совесть девочка. Угу. Привез ее муж. Вроде я так поняла, да. Муж, она написала, муж привет. Муж такой, открыла окошко и кричит, суши, суши. Такое, смешное такое. А я этот вышла с подъезда и не вижу машину. Не знаю, уже первый раз заказала. Потом, когда он начал кричать, суши, суши, я думаю, о, думаю, это точно он. Побежала к нему, взяла. Он такой, суши? Я такая, угу.
Ну, муж, видать, турок. Да, девочка русская. Вот. А муж, видать, турок. Приятный мужчина, конечно, привез суши. Наверное, думает, да, вот. Они же вообще, ну, если честно, не любители. А вот сырую рыбу они не кушают. Вот. Вообще не кушают. Я просто никогда и не видела, и не слышала, и чтобы они ели. И сколько моих знакомых, они говорят, как это можно есть сырую рыбу. То есть для них вот эта рыба считается совсем сырой. Вот. Я говорю, нет, мы солим ее туда-сюда, там рассказываю. Они говорят, нет, 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 ты что? Такое нельзя есть вообще, это вредно. Как-то так. Вот. Ну, это блюдо, наверное, все-таки. Мы тоже привыкли есть его. Время от времени, да? Всегда тоже его не поешь. Но время от времени, я думаю, можно. Для разнообразия. Вот. Так что спасибочки вам. Целую вас, люблю. Это еще кередерим из деревни Сычин. Дойдум. Ну вот, пойду теперь дальше делать свои делишки. Ну, может быть, вечером встретимся. Может быть. Если пораньше приду. Вот. А так, пойду делать дела. У меня там есть карго. Надо карго отправить. Заказы. Вот такие вот делишки. Все, пока-пока. Целую вас, люблю. Удачи. Вот эта штука падает куда-то, поэтому я ее придерживаю. До свидания.